25 метров в высоту и 17 в ширину. С высокой колокольней. Вот такое величие из кирпича недавно выросло на возвышении Невшери Карткировского района. Первую службу в новом храме проводит сам архиепископ Сыктывкарский и комизырянский Петерим. Началось всего-то 6 лет назад, в 2014-м, осветили фундамент нового храма, а спустя 3 года на новую церковь уже устанавливали купола. Рядом возвели двухэтажный дом для священника. Здесь же будут размещаться воскресная школа и трапезная. Вообще, мысль строительства Божьего дома в Невшери пришла жителю Латвии. Предприниматель Василий Михайлов родился и вырос в этих краях. Он вспоминает своего деда, который прошел 3 войны и остался в живых. Говорил, что молитва помогала. Вот и посчитал меценат. Родному селу без веры никак нельзя. Прежде чем построить, я где-то 5 лет приблизительно собирал информацию. Как сказал кот Вася, слушает и все смотрит. Надеваться некуда было. Ну, и тогда уже я смотрю, нашли действительно. Ну, там сейчас лучит место, и как бы на горочке, это нормально, удобно. Впрочем, не все земляки восприняли это благое дело с радостью. Так некоторые вспомнили пророчество столетней давности. Мол, жил когда-то недалеко от Карткироса провидец Тюве. Его мрачное предсказание о Невшери здесь передавалось от поколения к поколению. Когда в Невшери на горе появится церковь, жизни в селе не будет. Вроде это говорил. Он был провидцем. Впрочем, большинство жителей Невшеры не суеверны и искренне убеждены. С появлением церкви в деревне и возрождением веры жизнь села непременно станет лучше. Елена Кононова, Анастасия Михайлова, Эдуард Пименов, телеканал «Юрган», Карткировский район.